Согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 года номер 924/16, с 31 декабря 2017 года прием наличных денежных средств и банковских платежных карточек будет осуществляться с установленным на кассовом оборудовании средством контроля налоговых органов. К 31 декабря 2017 года юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить средства контроля налоговых органов на кассовое оборудование, используемое при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. Электронсервис предлагает кассовые аппараты, обеспечивающие работу со средством контроля налоговых органов. Всегда в наличии широкий ассортимент кассовых аппаратов, весов, констоваров. Электронсервис проводит модернизацию работающих кассовых аппаратов с последующей установкой из КНО на кассовое оборудование. В нашей организации заключен договор с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», что позволяет в кратчайшие сроки установить из КНО на ваш кассовый аппарат. Приглашаем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами установить из КНО на ваше кассовое оборудование. Ждем вас по адресу: город Витебск, улица Терешковой, 7А. Потрясающий способ поднять настроение – съесть что-нибудь сладенькое. А если это сладости, которые напоминают о самых приятных моментах детства, то хорошее настроение не покидает нас надолго. Сладости фабрики «Красный пищевик» на протяжении уже многих лет заслужили репутацию вкусного лакомства, создающего праздничное настроение и ощущение волшебства. Выбирая кондитерские изделия от открытого акционерного общества «Красный пищевик», вы отдаете предпочтение достойной и качественной продукции, изготовленной по классическим технологиям только из натурального и высококачественного сырья, придающего ей лечебно-профилактические свойства и обладающей уникальными вкусовыми качествами, пищевой и биологической ценностью. В рецептуры сладостей от красного пищевика входят компоненты, повышающие сопротивляемость организма человека неблагоприятным экологическим факторам. Зефир, халва, дрожжи, мармелад, ирис, разнообразные конфеты – прекрасно выбор для тех, кто отдает предпочтение вкусным и качественным сладостям. В магазинах «Красный пищевик» каждый может выбрать лакомство по своему вкусу, в красивой упаковке или на развес. Нежный, воздушный, буквально тающий во рту зефир от «Красного пищевика» изготовлен на пектине с добавлением натурального яблочного пюре. Бело-розовый, ванильный, звездный, со вкусом пломбира и ароматом сливок, глазированный в тонкой оболочке из хрустящего шоколада, никого не оставит равнодушным и станет прекрасным подарком. Появился в продаже зефир в шоколаде и с арахисом в индивидуальной упаковке. Большой выбор яркого и аппетитного дрожже, сахарного, с корпусом из арахиса, фундука, миндаля, изюма. Ароматный и незабываемый вкус ириса, изготовленного из сгущенного молока, сливочного масла, какао-порошка и других компонентов для разнообразия вкусов заставит трепетать сердца многих сладкоежек. Халва арахисовая, подсолнечная, в том числе подсолнечное в шоколаде, халва с наполнителями кокос и арахис – изысканное лакомство для теплого и уютного домашнего чаепития. Большим спросом пользуется сокосодержащий мармелад – апельсиновый, вишневый, клубничный, малиновый, мультифруктовый, лимонный, а также жевательный мармелад, чудо-фрукты, веселая осень и любимые сказки. Никого не оставит равнодушным новинки в ассортименте открытого акционерного общества «Красного пищевика» мармелад выставочный, яблочный с корицей, молочный, яблочный с ванилью, мармелад торговой марки «Задаром» со вкусом черешни и арбуза, а также казинаки и батончик «Красный пищевик». Для тех, кто избирателен в своем питании и кто следит за своей фигурой, «Красный пищевик» предлагает линию натуральных сладостей без сахара. В магазинах «Красный пищевик» индивидуальный подход и внимание каждому покупателю. На весь ассортимент приемлемые цены, а скидки и акции приятно радуют. С кондитерскими изделиями от «Красного пищевика» в ваши дома приходит радость и хорошее настроение. Ждем вас по адресу: город Витебск, проспект Фрунзе, 45. Торговые центры «Трио» и «Авиком», первый этаж.
Современная жизнь настолько стремительна и многопланова, что в нашем повседневном плотном графике дел порой трудно найти время для решения проблемы даже с собственным здоровьем. Но у витебчан и жителей области есть возможность снять этот вопрос с повестки дня быстро, удобно и качественно. Попасть на прием к профессиональному специалисту, провести диагностику внутренних органов на современном оборудовании без направлений и очередей, сделать необходимые лабораторные исследования и в короткие сроки получить достоверный ответ, пройти профосмотр и водительскую комиссию без значительных потерь времени. Такие услуги стали реальными благодаря работе в нашем городе клиники ВГМУ, созданной в 2003 году при Витебском государственном медицинском университете. Сегодня это современный лечебно-диагностический центр, соответствующий стандартам самого высокого уровня. В его состав вошли отделения. Консультативный профессорский центр. Консультации проводятся по специальностям. Гинекология, кардиология, аллергология и иммунология, дерматовенерология, гастроэнтерология, ревматология и многим другим. Прием осуществляют профессора и доценты ВГМУ в будние дни по предварительной записи по телефону 633-255. Консультативно-поликлиническое отделение. Прием ведут терапевт, кардиолог, хирург, невролог, офтальмолог, гинеколог, эндокринолог, отоларинголог. К вашим услугам программы комплексного обследования одного дня, по которым вы можете в течение короткого времени дообследоваться и получить консультацию высококвалифицированного специалиста. По будним дням с 9 до 12 часов и с 17 до 19 часов здесь можно пройти водительскую комиссию, освидетельствование на право ношения оружия, медосмотр при приеме на работу, а также с 8 до 11 часов текущие и комплексные профосмотры сотрудников предприятий всех форм собственности. Отделение функциональной диагностики. К услугам пациентов. Ультразвуковая, УЗИ-диагностика заболеваний различных органов. Сердце, сосудов, щитовидной железы, органов брюшной полости, почек, предстательной железы, органов малого таза, молочной железы. Электрокардиография в покое и с нагрузкой. Суточное мониторирование ЭКГ. Фиброгастродеоденоскопия, ФГДС, с экспресс-диагностикой Helicobacter pylori. Спирография, дыхательный уриазный тест, определение Helicobacter pylori без ФГДС. Отделение пластической хирургии и косметологии. Отделение пластической хирургии клиники ВГМУ – это единственное специализированное отделение пластической хирургии в Витебске и Витебской области. Хирургами высочайшего класса выполняются различные виды пластических, эстетических операций, а также операции в области флебологии и эстетической гинекологии с использованием самых современных материалов и технологий. Для планирования оперативного вмешательства необходима личная встреча и индивидуальная консультация специалиста. При клинике ВГМУ функционирует стоматологическое отделение, в котором выполняется комплексное лечение и профилактика заболеваний полости рта, а также проводятся хирургические операции, устанавливаются импланты и проводится протезирование. Обратившись в клинику ВГМУ, вы сможете выполнить широчайший спектр лабораторных исследований, биохимические исследования, общеклинические исследования, ПЦР, реал-тайм, гормоны, провести диагностику гепатита и специфических инфекций, онкомаркеры и многое другое. Все исследования выполняются в клинике в кратчайший срок, и большая часть результатов исследований готовы в день сдачи анализа. Качество работы лаборатории систематически подтверждается сертификацией. Процедурный кабинет открыт с 7:30 утра. Цены приятно удивляют своей доступностью. Высокопрофессиональный и вежливый персонал клиники с вниманием относится к пациентам и всегда рад помочь всем, обратившимся за медицинской помощью или консультацией. Предусмотрены скидки для инвалидов первой и второй группы на комплексные программы обследования «Одно окно» при повторной консультации в течение месяца и владельцам карты «Моцная картка». Ждем вас по адресу. Город Витебск, проспект Победы, 20. Новости телеиндустрии. Витебский городской телеканал «Наше ТВ». Весь спектр телевизионных развлечений. Новости, фильмы, сериалы, музыка, мультфильмы, производство авторских программ и рекламы. Телефон 60 28 60. «Наше ТВ». Смотри свое. Хотите подобрать мебель и технику для дома без лишних затрат и беготни по магазинам? Тогда вам в торговый дом «Витязь». В торговом доме «Витязь» всегда большой выбор корпусной и мягкой мебели от лидирующих белорусских производителей по доступным ценам. Практичные наборы корпусной мебели для кухни, обеденные группы, столы и стулья, роскошная мебель для спальни, матрацы различных конструктивных типов, яркие и функциональные гарнитуры для детской комнаты. Порадует также большой выбор мебели для отдыха различного ценового уровня.
диваны, тахты, кресла, матрацы, мебель из ротанга, дачная мебель. Для ценителей роскоши и комфорта в торговом доме «Витязь» работает фирменная секция корпусной мебели Калинковичского мебельного комбината. Стильная и качественная мебель отлично впишется в интерьер и создаст идеальный образ вашего дома. Без лишних затрат времени вы сможете выбрать не только мебель, но и качественную современную бытовую технику для кухни. Газовые плиты, встраиваемую технику, холодильники, технику для уборки помещений, стиральные машины, электробытовую технику для ухода за телом, электроинструменты, теле- и радиоаппаратуру, телевизоры, тюнера цифрового телевидения, антенны, аппараты квантовой терапии. А подчеркнуть индивидуальность вашей квартиры и создать настроение помогут яркие и красочные картины и часы. На отдельные группы товаров действуют скидки. Товар можно приобрести в рассрочку. Торговый дом «Витязь» работает без обеда и выходных с 10 до 19 часов. В субботу с 10 до 17, в воскресенье с 10 до 15 часов. Ждем вас по адресу. Проспект Строителей, 33. Хотите добавить настроение вашей спальне, создать уют и подчеркнуть стиль? Спешите за покупками в магазин «Постелька». Роскошные, яркие, нежные комплекты постельного белья из тканей белорусского и импортного производства, а также широкий выбор домашнего текстиля, который вы полюбите. Комплекты постельного белья из бязи, поплина и других высококачественных тканей по разумным ценам станут украшением любого дома. Удобные мягкие подушки, теплые и уютные одеяла, мягкие пледы, декоративные подушки, нежные полотенца, недорогие комплекты постельного белья с детским рисунком порадуют вас качеством и оригинальными расцветками. Постельные принадлежности можно выбрать в комплектах, либо отдельно. Большой выбор наволочек, пододеяльников, простыней разнообразных расцветок и размеров. В магазине представлен широкий выбор вафельных полотенец для кухни, а также купальных полотенец из вафельного полотна, которые очень удобно брать с собой на пляж или в сауну. Они отлично впитывают, быстро сохнут, занимают мало места. В магазине «Постелька» можно остановить свой выбор на готовой продукции, а можно заказать наряд для вашей постели в индивидуальном порядке. Для матрасов нестандартных размеров возможно изготовление простыней с эластичной тесьмой, а застежка пододеяльников и наволочек на тесьму «Молния» – это удобно, красиво и практично. Профессионалы швейной мастерской магазина «Постелька» реализуют ваши пожелания в кратчайшие сроки. Срок изготовления – до 5 дней. Заказы принимаются от физических лиц и организаций. Возможен безналичный расчет. Магазин «Постелька» желает вам приятных покупок и ждет вас с 10 до 19 часов в будни и с 10 до 17 часов в субботу по адресу: улица Воинов-Интернационалистов, дом 13. Ваш компьютер устарел и уже не в силах справляться со сложными задачами? Пришло время менять его на более совершенную модель. А может, остановить выбор на более портативных вариантах гаджетов – планшете или ноутбуке? Салоны компьютерной техники в торговых центрах «Беларусь» и «Европа» предлагают множество видов современной компьютерной техники от производителей с мировым именем. Здесь вы сможете подобрать то, что подойдет именно вам. Большой выбор компьютерного оборудования различной конфигурации для дома, учебного заведения, офиса, для самых разных пользователей, деловых людей и обывателей, студентов и школьников, домохозяек и геймеров. В продаже имеются сопутствующие товары: флеш-карты, колонки, мониторы, веб-камеры, наушники, микрофоны, клавиатуры, комплектующие и многое другое. В салонах компьютерной техники в торговых центрах «Беларусь» и «Европа» вы также сможете приобрести оргтехнику, планшеты, ноутбуки, автоэлектронику, проводные, радио и мобильные телефоны. Порадует огромный ряд моделей ЖК-телевизоров, персональных компьютеров и акустических систем. Продавцы-консультанты окажут вам компетентную помощь в выборе товара. Вы будете удивлены не только количеством моделей, но и приятными ценами. Хотите приобрести технику в кредит? Отличное решение! Кредит сроком до 3 лет или рассрочка до 12 месяцев – выгодное предложение. Салоны компьютерной техники находятся по адресу: город Витебск, торговый центр «Беларусь», павильон 304, торговый центр «Европа», павильон 18.
Время работы с 10.00 до 19.00 без выходных. Новости телеиндустрии. Витебский городской телеканал «Наше ТВ». Весь спектр телевизионных развлечений. Новости, фильмы, сериалы, музыка, мультфильмы, производство авторских программ и рекламы. Телефон 60 28 60. «Наше ТВ». Смотри свое. Ледовый дворец спорта в Витебске – отличное место, чтобы провести время с пользой для своего здоровья. Здесь знают, как сделать досуг разнообразным, развлекательным и приятным. Спортивный комплекс предлагает жителям Витебска и области широкий спектр спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, просмотр спортивных матчей, разнообразные праздничные шоу-программы и концерты звезд эстрады. На современной тренировочной базе Ледового дворца спорта успешно проходят учебно-тренировочные занятия детей и подростков, что дает возможность воспитать из них профессионалов и просто здоровых людей. На ледовой арене для жителей и гостей города, а также любителей активного отдыха, организуется массовое катание на коньках. Здесь же оказываются услуги по прокату и заточке коньков. Предоставляется возможность для тренировки хоккейных любительских команд. Позаботились в спортивном комплексе и о тех, кто мечтает об идеальном теле, стройной фигуре и хочет всегда быть в отличной физической форме. К их услугам – тренажерный зал. Для девушек – программы коррекции фигуры и снижения веса. А для мужчин – программы увеличения мышечной массы и подготовки к соревнованиям. Профессиональные тренеры подберут вам идеальную систему тренировок. Тренажерный зал Ледового дворца спорта универсален. Он подойдет для посетителей любого уровня физической подготовки. А еще в Ледовом дворце спорта есть отличное место, где так приятно отдохнуть в перерывах между хоккейными матчами и спортивными тренировками, перевести дух или просто подкрепиться. Кафе «Айс». Оно открыто для всех посетителей спорткомплекса и приглашает попробовать салаты, горячие и холодные закуски, вкуснейшие блюда европейской и белорусской кухни. Каждый житель города может в любое удобное для него время посетить кафе, вкусно позавтракать, пообедать или поужинать. Обходительный обслуживающий персонал, приятный музыкальный фон и демократичные цены позволят каждому посетителю кафе «Айс» получить неизгладимое впечатление от отдыха в нем. Витебский дворец спорта – отличное место для здорового отдыха. Сколько шагов нужно сделать, чтобы влюбиться? Для кого-то, может, хватит первого взгляда или первого прикосновения. Возможно, понадобится первый поцелуй. Но для того, чтобы полюбить нас, достаточно одного глотка настоящего кофе. Эль-кафе. Кафе, влюбленное в вас. База отдыха «Суя». Отдыхайте красиво. Живописная природа, свежий воздух, отличное настроение. Отдыхайте комфортно. Гостевые домики, банкетный зал, уютные спальные комнаты, оборудованная кухня. Отдыхайте активно. Водные прогулки на лодке, рыбалка, баня, бильярд, мангал. База отдыха «Суя». Отличное решение для корпоративов, дружеских встреч и семейных праздников.